Здравствуйте, друзья. Письмо. Здравствуйте, Михаил. Пишет вам Александр. Тот самый, который ранее задавал вопросы и получал видеоответы. Видео 3680 про агентство для нелегалов и видео 3840 знаки. Итак, я уже пятый месяц в США, а именно в Нью-Йорке. После вашего со Светланой видеоответа твердо решил, что еду 100%. С получением виз трудностей особых не было. Билеты куплены. Прилетел в Нью-Йорк. Сначала один, с минимумом вещей, так сказать, на разведку. Впервые летел на самолете и впервые за пределы России. Но страха перед неизвестностью не было. Был четкий план и немного адреналина. Очень много информации получилось, говорим про US и соцсетей. На пятый день после приезда вышел на работу. О как! Ребята, да? Все стало выстраиваться по порядку, по плану. Обзавелся новыми знакомыми. После полутора месяцев пребывания в США я снял квартиру, и приехала моя жена. Все хорошо у нас, даже несмотря на то, что впереди еще много нового и много испытаний. Так вот, живя здесь, в Нью-Йорке, заметил, что настроение мое и общее самочувствие улучшилось. Я стал более позитивным. Если раньше, живя в РФ, у меня было постоянное чувство того, что я не дома, так он в кавычках, не дома, то теперь этого чувства нет. Я на своем месте и иду к своей цели. В обозримом будущем хочу попасть к вам в школу, стать тестером программного обеспечения. В данный момент жду вызова на отпечатки. Дело на политику я также подал. Находясь в Штатах, знакомясь с новыми людьми, заметил такую тенденцию, что не все счастливчики по грин-карте, имеется в виду грин-карт-лотерея, счастливы, так как себе представлял я. Многие из них приезжают расслабленные, мол, типа сейчас все у них будет, и США их сделает обеспеченными и так далее. В итоге, многие из них работают на тех же работах, что и туристы, в кавычках, за меньшие деньги, там где нелегалы, да, вместе с нелегалами, это правда. И вот у меня возник вопрос. Я начинаю думать, что настоящая иммиграция – это не по грин-карте, в смысле не по лотерее, а именно годы ожидания, находясь уже в США, ожидая статуса, ощущая весь процесс и трудности на собственной шкуре. А как думаете вы? Вам огромное спасибо за ту работу, которую вы проводите, за ту информацию интересных людей на вашем канале. Вот, значит, еще раз. То есть настоящая иммиграция, вопрос, да, настоящая иммиграция, это та, где вот много дерьма съел, или такая, где вроде тебе так все на блюдечке поднесли? Такой вопрос. Ну что же, друзья, я, читая этот вопрос, вспомнил из Жванецкого, ну, за дословность как бы не ручаюсь, но вот, что нужно человеку для счастья? Хотеть пить и получить воду. Хотеть есть и получить пищу. Увидеть туалет и добежать до него. Но только нужно очень хотеть. Тот, кто не очень хочет, тот и не очень получает. Вот такая примерно. Ну, я думаю, что близко к дословному. Но вот это вот тот, кто не очень хочет, тот и не очень получает. Понимаете? Тот, кто считает, что ему положено. Ничего для этого делать не надо. Ну да, а откуда же у него возьмется? Давайте я, знаете, с чего начну? Я начну со сравнения вот нашей волны иммиграции, в которой я приезжал, и той, которая была до нас, предыдущая. А там так получалось по времени, лет прошло, наверное, ну, с десяток. Так, где-то 12, вот может быть так, 12-10 лет. Потому что там из-за афганской войны перестали выпускать. И вот потом уже только при Горбачеве там и так далее. Лет 10, да, 10-12 лет. И это две совершенно разные эмиграции были. Почему? Потому что та, которая была до нас, люди приезжали, они вообще не знали ничего. То есть, если мы хотя бы письма там чужие читали, да, то есть нам да, перепадали какие-то письма, то эти вообще ничего, они ехали без всякой, без родственников, без ничего, выезжали. Значит, их забрасывали в Соединенные Штаты, забрасывали их по так называемому общинному гаранту. То есть, допустим, там какой-то город, я не знаю, небольшой, и там есть, не знаю, там есть 200 евреев. Из них, может быть, десяток там владельцы каких-то небольших предприятий, а может и побольше немножко.
И им говорят: ребята, вот, значит, сколько вы готовы принять? Там, они говорят, там, семей новых там, поселенцев. Они говорят: ну, там, возьмем 5 семей. И вот люди ехали в эти там 5 семей, посылали в это место по общинному гаранту. Община давала гарант, что все будет хорошо. Вот эти вот люди, которые там при бизнесочке, там при чем-то, они как бы с ними были договорено, что они берут этого новичка и сразу ставят его к какой-то работе. Кого там в пекарню, кого к кочегарке. Ну, вот если вы так поговорите с людьми вот, вот этой волны и поспрашиваете, какие у них были первые работы, это очень нетривиально будет. И поспрашиваете, куда их вообще заносило, это тоже будет очень нетривиально. Потому что они вот так вот ехали ни к кому. И потом уже, когда они более-менее обустроились там и все такое, это 10-12 лет прошло, тогда уже поехали какие-то их друзья, какие-то родственники. То есть уже поехали люди, мы, да, вот мы. У нас уже были какие-то концы. Вот как мы вообще могли, в принципе, попасть в Калифорнию? Мы попали в Калифорнию, потому что здесь уже были там родители и сестра Светланы, а они здесь были, потому что у нас был приятель по институту, там, Алекс. Я его показывал, он вот строитель, то есть он, вот, были сюжеты про натяжные потолки, но, в принципе, у нас есть плейлист, называется «Прогулки с Алексом». И он рассказывает про их эмиграцию, очень интересно рассказывает. Так, хорошее время занимает. Я очень советую тем, кто не видел. «Прогулки с Алексом». И вот, вот этот самый Алекс, он тут жил. А он тут жил, потому что его папа когда-то уехал в Германию, еще давным-давно, задолго до того, как он сам уехал. И у папы был приятель в Сан-Франциско, и тот ему пошел, договорился, что ему сделали вызов в Сан-Франциско. То есть это сложно было в то время. А мы приезжаем, вот тебе, пожалуйста, этот Алекс встречает нас в аэропорту, везет к нашим родственникам. А мы уже все знаем, потому что они нам рассказали, старшие, что, оказывается, есть такая штука, как велфер. Велфер – это то, о чем никто не знал в предыдущей волне эмиграции. Они приезжали и со второго, третьего, четвертого дня выходили на работу. Работа их уже ждала. Вот они приехали, вышли на работу, все. Им еще обычно какую-нибудь квартирку снимали, там, не знаю, даже как-то, может быть, обставляли, там, не знаю, какое-то такое было обустройство. Вот и вперед на работу. Значит, их эмиграция, вот та, предшествующая нашей, была намного здоровее. Здоровее в том смысле, что когда человек работает, так он работает. И у него жизнь потихонечку складывается. В нашей эмиграции мы едем, и мы знаем, что мы сейчас приедем. Вот нам уже план расписали, мы приедем. Первым делом мы должны зарегистрироваться на велфер. Да, нам положено. Нам не то, что вот мы там обмануть кого-то должны. Действительно, мы приезжаем без копейки. И действительно, мы как беженцы, нам, в общем, положено. И кроме того, а кто нас должен содержать? Ну, а велфер будет содержать. Значит, и вот приезжает вот эта вот волна иммигранции, наша, уже наша волна. И начинается она с того, что всех поголовно упаковывают на велфер. Квартиру продать нельзя, машину продать нельзя. Ну, в смысле, машину можно, но квартиры еще не продаются. Машину можно, мебель там, ты все ты продал по курсу 1 к 20. То есть бесплатно ты обмениваешь свои там рубли на какие-то доллары, ты приезжаешь. Вот у нас было 452, что ли, 456 долларов у нас было на троих. Вот это то, с чем мы приехали. И нас сходу раз всех на велфер. Точнее, там была некоторая задержка, потому что первые 3 месяца нам давали там где-то грант, а где-то взаймы от принимающей это, вот этой еврейской организации. Мы потом много лет выплачивали там по тридцаточке. Первые 3 месяца. А дальше уже так и все идет стройным потоком на велфер. И вот эта иммиграция, которая начинала свою жизнь с велфера, с нищенства, с приспосабливания к условиям, когда ты должен, может быть, найти какую-то работежку, но не такую работежку, которая тебя бы скинула с велфера. Может быть, это какой-то кеш. Тут 100 долларов, там 200 долларов, там еще что-то такое. Но вот, понимаете? И да, а уже есть опытные, значит, иммигранты, которые уже познали житуху-то, и они тебе говорят: а можно вот там, например, машины бить? Да, там они договариваются и делают вид, что была авария. Вот, а потом вот лечатся. Я не хочу вам эти схемы рассказывать, но это тоже, так сказать, вот в воздухе. И вот такая иммиграция, которая прошла через гниль, такую наносную. И кто-то в этой гнили
застрял. Кто-то даже не прикоснулся, ему и в голову не пришло, или он просто не столкнулся, ему повезло. Вот. А кто-то застрял в этой гнилушке. И вот прошло уже там 25 лет, и до сих пор там. И это вот про нашу вот эту вот волну, вот эти разговоры, знаете, там, шуточки там, как ваш племянник уже устроился или все еще работает. Понимаете, это вот, это прямо вот как есть, это настоящее, это не наносное. Или косили под инвалидов, чтобы, допустим, он по возрасту ему еще не положено пенсию получать. Ну вот не пенсию, это пособие. Вот, ну допустим, человеку, я не знаю, там 52 года. Вот, значит, он начинает косить под сумасшедшего или там, который там с недержаниями всякими, по голове больной. И, значит, то есть целый мир, дай бог не знать, но к чему я говорю, в эмиграции, вот в этой, людей, которые нормально устроились, адаптировались, встали на ноги, любят эту страну, понимаете, понимают, какие возможности она дает для человека и так далее, существенно меньше. Ну да, вот так получается. Теперь возвращаемся к ситуации с людьми, которые грин-карт лотерею выиграли, или людьми, которые вот так приехали, на политику подали и так далее. Безусловно, человек, который подал на политику, он должен выживать, он проходит школу выживания. Пожалуйста, в Нью-Йорк приехал, через 5 дней вышел на работу. Тут вот мне ребята в комментариях пишут, вы там не обнадеживаетесь, там вот я вот месяц искал, там обыскался, вот целый месяц ушел, пока я нашел. Другие пишут, там вот устраиваешься, а тебе потом денег не платят, там еще что-то. Понимаете? А вот человек раз вышел, через 5 дней уже работал. Я не знаю как, может быть он заранее там на форумах, он не пишет об этом, он не рассказывает об этом, но к чему я говорю? Значит, если тебе нужно через 5 дней выйти на работу, ты выйдешь на работу. Вот чем меньше денег у тебя есть в кармане, тем раньше ты выйдешь на работу. Значит, и когда этот человек, который уже и так живет, он как-то устроен, он живет тесненько, бедненько, но он уже живет, он уже как-то пристроился, понимаете? И вот вдруг ему говорят, а теперь у тебя есть право на работу. Ё-моё! Ему как вот на одном крыле лететь, покоцанном, понимаете? У него теперь два хороших, мощных крыла. Понимаете, он все сидел, сидел, вот он подпрыгивал, подпрыгивал, махнуть нечем было. И вдруг два крыла, он как рванул этими двумя крыльями и понесся. Конечно. Теперь смотрим на того, кто приехал с грин-карт лотереи, да? То есть у него как бы грин-карта сходу. Ну, он там барахлишко какое-то, может, с собой взял, там, тут продал там чего-то. Может, у него денежки чуть побольше есть, я не знаю. А может и нет. Но не суть. Вот он приезжает с грин-карт лотереи. И ему так же, как в нашей волне, ему тут же умники говорят, а есть велфер? Есть велфер. Ты там сколько-то, 10 тысяч? Ты скажи, что у тебя $1200 или там 800. И все, иди становись на велфер. И он становится на велфер. И оказывается в положении вот нашей той эмиграции. Причем наша та эмиграция посидела на велфере, потому что работы не было. Плохо очень было с работы, рецессия была, задница была. Сейчас работы. Вот этим самым местом можно кушать, как я не знаю что. Но, как же, тут же вот можно же на велфер, понимаете? У него какие альтернативы? На велфер. Я даже не знаю, ну пойти работать. У него же начальник на работу-то есть. И он когда едет, он не думает о том, что он должен полгода выживать. Он думает о том, что он должен работать, да? У него есть решение на работу, он должен работать. Он начинает думать, а кем я буду работать и так далее. Я, кстати, не хочу сказать, что люди, приезжающие по грин-карт лотерее, они как бы в основном вот какие-то неприспособленные. Я-то вижу как раз очень приспособленных. Из моего окошка я вижу людей исключительно таких хорошо настроенных, правильных и так далее. Но я, кроме моего окошка, я иногда в чужие посматриваю и вижу просто катастрофические сценарии. Вот. И вот он едет. А он не понимает, куда едет. Понимаете, тот, который ехал по беженству там что-то получать, он ехал, он понимал, на что идет, потому что он, как у него была мечта, он к ней шел, он планировал, он что-то такое. А здесь, ну, как бы ему вот дали, и он, ну, вроде грех не взять, там что, ну, дали, значит, он приезжает. У него нет мысли о том, что нужно
выживать, бороться, там чего-то. Он чего-то ожидает, ему кто-то что-то рассказал, он где-то на форуме прочитал. Поэтому среди тех людей, которым просто так досталось, есть некоторый процент, я не берусь оценить какой. Но с учетом того, что приезжают люди, которые английского вообще ни слова не знают, я могу сказать, что в этом смысле процент исключительно существенный. Но уж как минимум половина, вот в моей оценке, как минимум половина двух слов по-английски связать не могут. Вы пойдите на форумы иммиграционные, вы посмотрите комментарии у нас тут. Говорят, а где есть работа для русских без английского? А можно ли вот так жить, чтобы там рядом был, все было по-русски? А там, понимаете? И вот вроде он выиграл. Да, выигрывают люди иногда дуриком. То есть, поскольку там записывались знакомые, и он записался, потом он вдруг выиграл. И вроде, ну а как? Ну, некоторые говорят, ну выиграл и хрен с ним. А некоторые говорят, нет, ну все-таки надо посмотреть. А еще пойдет там где-нибудь комментарии почитает, ему скажет, надо пробовать. Обратно ты всегда вернуться сможешь. Там, да, и он думает, ну надо пробовать. Вот он приезжает. Случайно, вот как ветер гонит листву сухую. Понимаете, туда гнал, сюда гнал, еще что-то. И вот эта сухая листва, она не прорастает, и семян у нее нет никаких. Она вот так по ветру. Был хороший ветер, какое-нибудь хорошее место, может быть, там кто-нибудь занесет. А был плохой ветер, вообще обратно домой вернулся. От ветра все, не от него, он сам никак не участвует ни в чем. Ну да, то есть ситуация с грин-карт лотереей создает определенный поток людей, которые сами не поняли, что в их жизни получилось, зачем им это надо, и что, собственно, от них требуется, и какая у них цель в жизни, в эмиграции, и вообще, они как-то сомневаются. Вот, поэтому даже не знаю, что сказать. То есть, мысль, которую наш герой излагает, что вот, но он как-то формулирует, он говорит, настоящая иммиграция — это когда две бочки дерьма съел вместо одного ведра. Но я бы сказал так, настоящая иммиграция — это та, которая дана человеку, знающему, чего он хочет. Он мог выиграть в лотерею, он мог жениться, он мог получить политическое убежище, он мог приехать по студенческой визе, а потом, значит, там перейти на рабочую, а мог сразу приехать по рабочей и так далее. Вот все виды там иммиграционных таких трансформаций или виз, которые бывают. Вот, он просто знал, чего хотел. И возвращаясь к Жванецкому, вот если не очень хочешь, то и не очень получаешь. Поэтому надо очень хотеть. Если ты хочешь, чтобы получилось, надо очень-очень хотеть, причем конкретно надо хотеть. Ты должен знать, что ты хочешь. Вот это. И вот когда ты это знаешь, вот тогда ты это и получишь. А когда ты в принципе чего-то такого, ну там вот как-нибудь, вот это вот тогда, конечно, тогда получаются разочарованные люди, которые смотрят по сторонам, видят других людей, которые успешные, которые счастливые, которых все получается, и они говорят, а почему же вот и одним все, другим ничего? Потому что одни знали, что хотели, и пахали ради этого, а другие не знали и не пахали, и, знаешь, ты воду не носил, ты тесто не месил, ты там в печку там поддон не сувал, вот тебе, значит, и ничего и не досталось. Да, такая вот история. Я на этой оптимистичной ноте, друзья, хочу с вами и расстаться. Счастливо!